Серега, помоги! А! Интересно, она сюда зайдет? А! Мама! Всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, крошка-крошка, гусь-санек, Родекс, Данила, вас обескромник, Миктениш, Серега, пацаны, поздравайтесь! Приветики, привет! Привет. Здорово всем! Ребята, сегодня вышли очень крутые NPC, которые никогда не были, они были только в пилпаках, а теперь NPC. Five Nights at Freddy's Sister Location и Five Nights at Freddy's Пиццерия Симулятор. Если опять кушать, приятного аппетита, а у нас рубрика «Какой аниматроник самый крутой?» Погнали. О, да. Офигенно, звуки все скопированы. Так, дамажить я не могу никого. Я ничего такого не могу делать. Но очень прикольно музычка играет. Так, ну что, давайте, стреляйте в меня. Проверяем, у кого сколько жизней. Крошка, крошка, у тебя что там? Ты же украл дробовик с Терминатора. Очень мощный. О, такой у нас есть. Вообще крутой. А я иду, иду на работу в пиццерию. Пацанчиков мочить, Серегу убивать. А я не могу вас убивать. А ну подойдите ко мне поближе. Могу, могу. А ну на расстоянии смогу? Подождите, я могу от первого лица делать. Не могу, пацаны. О, Серега, этот аниматроник только вблизи бьет, прям в притирку. А со спины могу? А ну подойдите сзади, сзади. Сзади не убиваю, блин, крутой. Так, а контр? Контр, правая кнопка мыши. Фиджи мылыны. Р? Да, да. Пробел, правую кнопку мыши. Контр. Он прыгает. Да ладно. Правую кнопку мыши. Не, ничего, Серега, там же, наверное, несколько версий, их, а не один. Ну что, давайте, стреляйте. Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что в конце ролика я поставлю всех этих NPC, и мы будем против них воевать. Ого, у него жизни. Ребята, вы, наверное, не убьете меня. Это жесть, что творится. А, не, убили, убили. Отлично. Да, они, кстати, как NPC, очень круто бегают. Мы их в следующем ролике просто поиспользуем. Или даже, может, снимем ролик, если наберете этот ролик 5000 лайков, какой аниматроник самый быстрый. Потому что много вышло уже аниматроников. Есть что сравнивать. Кстати, Серега очень круто управляется, как и обычным пилбаком. Вообще круто. Могу зато убивать. Ну что, дамажьте. Отлично, я с него выселился, чтобы мне не замочили психи. Во, какой у нас есть красавчик. Рокстар Бонни. Ну? Так, звуки я не могу сам издавать, а он как-то все это делает, когда он сам хочет. Пробел, R, правая кнопка мыши. Не-не-не, они, Серега, этого не делают. Он двигается, как будто поет на гитаре. Да-да-да-да-да. Ну давайте, фигачьте его. Нифига себе жизни, мы со всех столов лупашим. Офигеть, он мощный. Так, ну что, давайте тогда будем ставить и сразу смотреть, какие они агрессивны. Раз это... Они только, может, сегодня вышли, еще ничего в них не внедрили. Но Серега, я думаю, добавят. Как вам такой красавчик, музычка топовая, да, играет? Давай, 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 наяривай. Ладно, давайте его фигачим. Понял. Так, чтобы было интереснее, я им включил искусственный интеллект и уже сразу NPC-шек буду ставить. Вот такая у нас есть Чика с маракасами. Серега, как тебе? Она больная. Не, ее можно убить. Она больная. Больная, да? Прикольно бегает. Анимация крутая, да, сделана, Серега? Такая, ну, то есть не деревянная. Когда вы бежите с одним ходом, можно бы не хопить и убегать. Хорошо, давайте дальше. У нас есть Чика Пати. А, не просто есть два вида. Одна музыку издает, а одна другие бегают и дамажат. Одна дружелюбная, а другая это злая. Фигачьте ее. Пусть Санек, ну аккуратней. Серега, я за тебя отомстил. Рокстар Фокси. Опа, сразу побежал, сразу. Кстати, они какие-то быстрые, да, в этом паке? NPC-шек? Или так и должно быть?
Так и должно быть. Все задумано. Эй, отвали. Смотрите, ребят, я могу от него убегать наизично. Все, что надо взять... Вот, смотри, Серега, смотри. А я катаюсь и гуляю с Фокси. Ой, Дима. Ничего, Серега, ничего, ничего. Обстоятельства. Побежал, побежал. Блин, представьте, что в конце ролика будет, когда они все будут против нас. Ого. У нас тут уже с РСМ-2 оружка пошла. Мы его, может, не убьем, пацаны, или сможем убить? Надо, может, Серега, миниган брать? Дробовик тоже, я монетку попробую. О, точно. У нас же есть монетка. Или давайте петуха. Не, петух, наверное, читерский. Да, это я проверил, да. Петух читерский против него, поэтому мы не будем дамажить. Rockstar Foxy Party. Просто стоит, музыку делает. Да? Хорошо. Сейчас мы его забьем. Что у нас тут есть? Мы, может, эта ружка вселяться можно? А нет, нельзя, другой пак. О. Серега, отойди! Ребята, кто из наших олдскульных подписчиков и кто смотрит нас, кто помнит оружие, черное очко? Мы его наконец-то добавили опять в нашу коллекцию и... Черное очко в действии! Как вы думаете, убьет? Еще раз, стойте. Надо в голову целиться этим очком. Давай. Эй, ба... Голимая башка! Серега, ты показал, как надо. Будем, короче, тестить. Сначала очко черное... А потом уже будем Серегина монетку. Rockstar Freddy. Эй, псих. Ого, у меня прописано. Видите, как я подпрыгнул? Это прям сильно было. Дамажьте, дамажьте, дамажьте. Кстати, он очень быстрый, да? Да, он быстрее, чем... Он не знает, за кем бежать. То за тем, смотрите. Эй, придурок, я здесь. Придурок. Серега, прощай. Давайте попробуем заморозить его. Короче, сейчас беру оружие, замораживающие пули. Не, Дим, это на него не работает. Не работает, да? Давай, монет. Попробуйте админский пистолет. Не, ну админский пистолет по-любому его убьет. Ай. Не, Серега, наверное, монетка тоже читерская против них. Она же 7000 выносит. 7000? Да, она сразу их дамажит. Надо что-то другое оружие, какое-то попроще, чтобы было интереснее. Rockstar Freddy Party. Просто лупашит музыку. А, игроки тоже не замораживаются. А чего? О, Серега, я знаю, как проверить. А ну-ка, отойдите от него. Правильно гранату кинул, Дим, смотри. Смотри, сейчас. О! Так. Не, не Серега не хочет. Нифига себе у него жизни. Вот это мы его фигачим, смотрите. Ого! Вот это носорушка есть. Пацаны, не подходите к нему. Смотрите, 3, 2, 1. Офигенно, оружка. Да. Следующая у нас Крабэйби. Это прям жестко будет, сразу говорю. Я ее подальше поставлю. Это же психичка. Полетела. Эй. Блин, прикольная оружка. Смотрите, как взрывается мощно. Серега, помоги. А. Интересно, она сюда зайдет? А! Мама! Блин, она очень умная, пацаны. Она прям хорошо ориентируется в карте. Я вот не зараза, а! Димас, я пошел с тобой, она тебя убивает, а она меня убивает. Сейчас я ее зафигачу. Серега, она мощная, да, какая-то? Да. Эй, я вспомнил, мне надо кое-куда. А, блин, на нее сам напрыгнул, вот идиот. Прикольно. Да это отвали, психичка. Блин, она прям какая-то читерская, да? Хорошо. Ну, я сейчас все равно в конце ролика поставлю. Скраб-трап. О, скрипучий дурачок.
Не, вы его так, пацаны, ранее убьете. Ну прикольно, да, гоняется? Да. Так, надо оружие именно на тем миниган надо. Вот что надо. Серию СМ2 или пригвождатель. Короче, пацаны, тест. Пригвождает лица они. Серега, они пригвождаются. Ай, я замерз, это было вакханально. Ребята, кто хочет с нами записывать ролик, заходите в наш дискорд, ссылочка в описании. Любой может зайти и записать. Ого, в этом ему устроили раскую жизнь. А чем он в воздух стреляет? Ха-ха, его же там давно нету, мы стреляем. Я говорю, вы его убили, а вы стреляете. Ну мы же психи. Короче, Серега, твой любимый аниматроник. А что? Еще раз? Нет. Вы ее быстро очень убили. Не подходи ко мне. Она забилась, она испугалась. У нее воняет говно. А, я ее пригвоздил, значит. Так, ну и что? Другая папит. Дружелюбная. Там, мне кажется, не дружелюбная она. А, да, дружелюбная, неплохо. Я ей насыпал пригвождателем. Она бьет, Ну и как вам? Балора пойдет? Мне кажется, они уже очень мощные эти. Ого, и гори. Убили, убили. Циркус Бэйби. О, пошла, пошла, пошла. Неплохо бегает она. Постоянно в бегу. Я думал, будет просто ходить. Так, успокойся. Мы тебя сейчас пригвоздим. Все, я пригвоздил. А, нет, у меня пригвождатель не работает. Стрелять? А, нет, ее тянет к стене. Тихо, тихо, не стреляйте, психи. Распятие Балоры. Ой, распятие Бэйби. Вот это мы ее лупашим. Жестко. Ай-яй-яй. Убил. Извините, я тоже там кого-то убил. Ну что, последний аниматроник. А нет, еще два. Три даже. Эннард. Пошел, 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 псих. Отвали, тварь. Я тебя боюсь. Лупашим, лупашим его. Подумал, подумал и решил дальше фигачить пацанов. Неплохо, неплохо. Мы, наверное, так не убьем, я так понимаю. Жесткий, жесткий аниматроник, ребята, очень жесткий. А, вы же помните, что у него прям там под миллион жизней? Да. Файн тайм. А, кстати, Серега, а ну возьми-ка монетку. Сейчас. Ой! Вот это молодец. Взял? Серег. Да. Давай, Серега, я сейчас отключу им. Фигач монетка его. Где он? Так, все, вижу. Кто поджег? Эксперимент. Возьмет ли монетка 7000 жизни? Значит, Серега у них, как и у всех, наверное. Файн тайм Фокси. А, теперь пошел. Ха, это была обманочка. Ой-ой-ой, пердак горит. Ого, кто-то с пулемета. Кстати, прикольная идея с пулеметика. Строчи, строчи, строчи по нему. Серега, он сзади. Пистолетика. Такое свистое оружие очень. Управляемая ракета. Она все, она откисла. Понял. Ну что, готовы? Файн тайм Фредди. Побежал, побежал, псих. А чё вроде в меня сразу? Вон куча пацанов. О, молодец. Молодец. Нифига себе. Ого. Серега, ты псих какой-то. Чё это за оружие у тебя такое? А ты посмотри. А, я её использовал в тех роликах, помню эту пушку. Ребята, вы готовы войну увидеть? Да. Так, для начала я им отключу искусственный интеллект, а потом резко всех включу. Готовы? Прячьтесь, сразу можете прятаться по всей карте. Но они вас все равно убьют. 3, 2, 1. Битва началась.
Ого, смотрите, что творится. Такого еще в Аханалии не делали, с двух паков не ставили. Кстати, очень оптимизированный пак. Так, интересно, они забегут ко мне сюда? Так, а я тогда спрыгну. Я понял, я понял. Пришел, пришел, пришел. Ё-моё, бегите. Отлично, отлично. Так, там Чика. Дима, они тут были, у стенки некоторые застряли. Ну ничего, ничего, то они морозятся. Потом придут и завалят. Ой-ой-ой, туда лучше не бежать. О-о-о, Серега псих. Ничего, ничего, ничего. Так, давайте сделаем красоту. Взрывать ничего не буду, сразу говорю. Просто красиво их поубиваю. Хочу повоевать, Серега. Сегодня у нас красивая война. Вот такой... Война? Война, да. С аниматрониками. Ну что, девы? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Беги, сейчас я умру. Вот это тут дырок сколько остается на карте. А где они все? А мы их убили. Молодцы. Алора за меня. А, ну шо? Я пушку разворачиваю, Дима, она так медленно разворачивается, я хочу повороты. Подождите, стойте, стойте, дайте ее без пушки. Давай, Серега, замочи ее. О-о-о-о, красиво! Да я вытер в порошок. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Нам всем отличного настроения и посмотри мои ролики еще. Ох ты, Серега, я успел свалить. Выживут или не выживут?